Dr. Cortex, we have not determined the cause of past failures. Moron! This Bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex Commandos to world domination. This time I shall reign triumphant! We are closer than ever before! Quickly! Into the vortex! But Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again! Capture him! Uh-oh! Prepare the female bandit. What have I got? Здравствуйте, ребят. Чпоинг. Только ребят-то нету. Есть только я. Ты у меня будешь Они. Я Они Чан. Дайски. Секунду. А? Мы тут вообще уже это... зрителями обросли. Куда-то там пропал. Как я тут? Где Щепыч? Блин. Не знаю, я говорю, мы тут уже давно
Зрителями обросли, а вы там где-то опаздываете. Все, на нас набежали. Да, черт. Щепочевание, щепочевание. Меня слышно нормально? Не прерываюсь. Не теряюсь. Ну это сейчас узнаем. Пока ты вроде на месте, и даже это. Все атомы скомпонованы в одном организме. Ух ты, щепоч пришел. Здравствуйте, товарищи. Что ж ты опаздываешь-то? Да. Я думал, вы там рассвет смотрите. Закат. Что такое? За свет. А даже штатив притащил. Я тут уже давно тест-сервер, а вы там где-то... Да ёперник, что ж ты такой у нас сегодня энергичный? А, потому что крэш, конечно. Потому что на прошлой неделе фигня какая-то была. Нормально. Я отходил от наркоза, щепоч отказался вообще с нами быть. Наркоза. Ну чё-то слишком поздно начинаете. Да Дерфас чё такой-то запоздун был. То есть вы сегодня мне мстите за поздунствами. Твое любимое место он показывает. А то. Как я говорил, я ненавижу это место. Примерно так. Ну сейчас это было, конечно, это не от души, знаешь, а чисто от тела. Возможно, где... лучший саундтрек в истории саундтреков. Да ладно. PlayStation-то? Crash. Ну. Знаю, как он лучше. Хороший, неплохой, но не лучший. Так. Крепкий. Крепыш. Вот демочный Crash только одну голову взял, оказывается. Безобразие. Так он начал не сначала. Это как? Видишь, как он моргнул. И понял, что он облажался. Ну, где там? Как там тебя? По-русски. Попи-пи-кук. Точно. Точно много всяких настроек, которые у меня не работают. Попи-пи-кук. Настройки не работают. Надо подвинуться немножечко, я считаю. А у вас настройки джойстика именно DualShock стоят? Да. Очень жаль. Очень жаль. Тебе будет моношок. Ну просто джойстиков не осталось живых, поэтому... И что? Я настраиваю клавиатуру. И что? Какая разница? Ну так там стики надо настраивать. Не надо, тут их же не работают они. Ну так настраивать и надо. Даже настроишь ты, на Z? Ты потерял последний джойстик? Я его починил успешно. Поэтому он отходит от наркоза тоже. Это он любимый уровень щепочи, похоже. Показывает. Чанов, меня тут что-то вдохновили все эти Space Seagull'ы. Что-то решил все-таки свою игру делать. Что-то я задумался сделать игру на NES. Умудриться. Mm-hmm. Вау. Да я могу сказать, вроде такие движки я видел, кстати, и SDK. У тебя же есть уже как Тор игра. Вот ее. Да, совершенствуй до конца. Какашку. У меня есть нормальный прототип, в отличие от этой какашки. No. Кто там играет-то? Давай, Чанр, ты первый игрок. Ты... Потом щепч. Я первый игрок? Да. А как же командир? Я последний игрок. Дупи или Допи? Точно, еще же Дюпи вам надо. Дюп фиш. Дюп. Ой, цемпу пошел. Черт. Кто там играет? Все. Все. Ты как на клавиатуре-то будешь хорошо играть, это же извращение. Сейчас пройду. Ой, как ты так сделал? Это Чаннер сделал. Точно, Чаннер играет.
Забыл ящики. Назад, куда блядь, ты там, делаешь? Там... Стой! Ящики! Я тренируюсь! Довольно хорошо получается для тренировки, потому что я первые ящики не взял. А ты все решил не брать. Мы в прошлый раз еще почти столько жизни нафармили, можешь умирать хорошо, сколько хочешь практически. Мне кажется, Чичан это тренировался абсолютно точно. А застрял в пикселях, текстуре застрял. Игнор ящиков тотальный. Total игнор. Да. Отвали камень. Будь ты проклят. Будь проклят тот день. Ой, когда меня обманули. Начал играть в крэши, да? Да. Когда я сел за баранку этого крэшососа. Крэши мобиля. Нам тут говорят, что у нас слишком много на одного крэша. Давно уже вообще. Нормально. Хоть быстро меняются игроки. Да. Всего-то 40 жизней и поменялся игрок. Просто один уровень, там что-то красное. Ой, было слева. Иди. Блин, не лага игра. Сейчас интернет поменяю. Продлил ты интернет-то свой. Что ты сделал вот сейчас? Жизнь. Зацепил. Нафармил. Я хоть чекпоинт-то взял. Ты, по-моему, забыл, как играть в крэши вообще. За неделю. Я? Спрыгай наверх вон там. Нет, не получится. О! Чё, Нарт, расскажи лучше, каково это быть. Каково это быть популярным видеоблогером? Популярный видеоблогер? Не знаю, у тебя 100 человек подписалось. Ай-яй-яй. Ёп. Ну, считай его уже рестарт. Может это... Наверстаешь упущенные пиксели. За версту вижу свою смерть. Догонит под самый конец. Ну да каким образом ему геймер-то прорекламировал твою запись? Я ему денег дал. Ну и много ли он требует? Мон 1500. Фига себе, стоило ли это того? Ну вот... Сколько? 110 человек пришло в итоге. Ну я имею в виду, стоят ли они того, чтобы столько? Не знаю, но я решил, надо немножечко подлить бабосиков на канал. Я же не Pixel Dave его покупал, а у него, по-моему, сколько? 30 тысяч стоит реклама. Гася. Спрашивают, кто из нас Дерфас. Ну, признавайтесь, блин, ребята. Черт! Дерфас это я. А также Джек Фейдер, Талиса и... Смотри, кто-то. А, там фиолетовый алмаз был, по-моему, да? Да, фиолетовый. Как вас отличить друг от друга? Надо же знать внешне. Покажи фотографию свою. А я помню, была фотография. Или видеокамеру. Что-то ну, она была. Там была... Не показал. Она была не целая. Так, чипыч. Давай, твой любимый уровень, по-моему, вообще сейчас будет. Там фотография была не целая, какая-то шарфом спрятанная. Всё во мне это не слава богу. Шарф или шарф? Ещё устаревшая. Ещё и устаревшая, да. Старая версия щеп... Ой, Дерфаса. Ну, кстати, да, это... Да, как-то нет. Не так Дерфас, уж... надеюсь, все комментарии комментируешь, а то я же не могу видеть чат. Не так уж и плохой уровень, ты же любишь это. 2D слева направо. Ну, а сначала придумают привыкнуть к раскладке. Давай, тренируйся. Чипа сейчас будет заново учиться играть. Может его на первый уровень вернуть? А то мы сейчас у нас будет минус 100. Как-то. Ой, начинаем писать яркие моменты, называется. Да, я как-то тускло прошел. Практически перфект, да. Я что-то не рассчитывал, что он проваливается у дырки. Он тонкий. Начни, just walk over it. Just crash over it. Мне кажется, я тут не успею. Успел. Я говорю, по поводу комментариев, вроде все прокомментировал.
Те ящики справа. Где я вижу? Не взял? Да, вот какие ящики? Я просто думал, вертушку-то если я сделаю. А нет, сработало. Там что-то еще. Там еще было. И сразу. Как так-то? Щепыч, откачивай джойстик. От наркоза. Я ему уже обрезал все, что можно было. Он уже теперь не рабочий. Да как я тоже наушником обрезал тогда все, что можно. Да что ж вы это, обрезатели такие? Не, у него провод просто не работал. Я его пытался обрезать, соединить. Та же самая фигня. А что-то место слома я так и не нашел. На самом деле я ожидал ответ на вопрос, а что вы обрезатели такие? А что ты так и спрашиваешь? Я же не вамп. Действительно. Да как так-то? Срочно вампа в эфир, чтобы он ответил на вопрос с Чичанов, да? Я же всех мышей там должен спилить. А что вы такие спрашиваете? Таки зачем вам это надо, да? Нифига себе. Тютелька. Вот в эту сторону он почему-то не проваливается в дырку, а в ту сторону проваливается. Потому что оно наклоняется вниз, и дырка сужается. Понимаешь, тут какой-то это, расчет. Дырки сужаются. Хитро. Ты прыгай с центра на край, ты не ходи по ней. Прыгнул на центр, на край прыгнул, отпрыгнул сразу. Избежал своей плачевной участи. Да, мне что, маски остались на месте. Как он меня задел? Мне кажется, мы далеко не уйдем сегодня. 3D. Ты же хотел яркий момент, а сегодня у нас день Чепыча и его клавиатуры. Которая пробьет монитор к концу дня. Так и назовем клавиатуру Чепыча. Крестик назначенный пробел. Крестик на пробел. Давай хоть прыгать по столу нормально. Там же всего, по сути, две кнопки. Сделай Z и X, да. И все. Или ты еще на VSD играешь? Нет. ZX и не заживешь. Вот именно ZX. Кто ж так играет? Ну я обычно на в NES играю стрелочки ZX, AS, QV. Нет, ну ты прям как аудовый компьютерщик, ты бы еще настроил это. ZX OP. Я в Mortal Kombat также играл всегда. Выдает. То есть у меня на Sega управление CX, Z, причем Z это B, а A это Y. С ума сошел. Я когда играл мемулят, ты... Ты шо, вам пришел, что ли? Да, ты. Тетя РФ уже все там выкинула. Призыв сработал. Да. Пошел. Ваш призыв поломал мне ОБС и поломал мне этот Дискорд. Че уж ты братом вроде должен быть. Все. Да. Ты снова удалишь себе. Весь свой канал удалишь снова из-за этого. Да. Абсолютно всю финалку оттуда вычищу полностью. Работает. Точно. Все остатки. Да. Я вообще все пропустил, что вам говорю, потому что у меня упал интернет. Вам говорю, что у него ОБС сломался и что-то еще отвалилось. Как можно сломать ОБС, блин, вообще не понимаю. Все сломали. Полностью. Это все враги виноваты. Не иначе. Да. Ну что же вы призываете-то без приглашения? Так а как же, значит? Призыв вне Хогвартса карается. Вам проходил Crash Bandicoot? Да, у друга только видел давным-давно. Вот, присоединяйся к нам, будешь четвертым. Я сейчас буду... Я сейчас буду проходить свою кровать. Проходить, упасть и проснуться часов в 12 ночи. Следующий. Это хорошо. Следующий не очень. Как раз Марио проходить. Ой, ты поперёк. А, какое Марио. Дальше шлеф рубиться. Но работает. Да что ж такое-то? Что ж такое-то? А как же их обходить-то? Мунволкер, блин. Мы, кажется, Щечанов да потеряли, нет? А, вы меня потеряли? Не-не, я его слышу. Молчишь. Жизнями кормит, а? Не то, что мегамены всякие. Почти уже вернул, как было. Вот теперь точно потеряли. Да Чанов-то опять убежал. Звук. Да как так-то? Чанов, хватит теряться. Ты как-то неаккуратно тут это проходишь. Ну как умею. Главное, что успешно. Чанов за интернет не заплатил, походу.
Ну там Роспотребнадзор его обрубает. Как сложно-то. Да что ж такое? Да что ж такое? Подожди. Чанар до интернет забрал лично Илон Маск, да? На спутник на свой Тесла. Да. Меня слышно? Да. Слышно. Но не видно. Я это услышал. Дискорд что-то решил меня обломить микрофон. Да что ж у вас сегодня за проклятие, то у одного ОБС, у другого Дискорд. Так на меня Дискорд отворился. А может Дискорд покупает Microsoft или кто там? Я. Да не, у меня скакнул этот интернет. Ненадолго скакнул интернет, но Дискорд решил меня почему-то не возвращать в эфир. Ай-яй. У меня Дискорд вылетает так, что аж вылетает учетная запись. Да. Такого не было. Может, у тебя аппаратное ускорение можете отключить там в нем? Чтобы он работал медленно. Зато на пинках. Не-е-е. Потому что у меня управлять. Лично он бывает в черный экран превращается из-за того, что видяха не справляется. Как так-то? Обнови видяху. Еще один. Реф, ты купил видеокарту? Ну а обнови видяху, ты же программист, точнее, спаяй ее себе заново. Да. Новую. Говоришь. Собери из конструктора. Купила, не купила? Я говорю, Рев, купила видеокарту-то вам? Ну, она сейчас Secret World играла. Может, она на Соньке играла. Рев купила подписку GFN. Чего? И что, с телефона играла? Скорее всего. Опа. Там чёлочка какая-то, запрыгни в чёлочку. Прыгни наверх. Там ничего нет, правда? О, а, нет, есть. Бульба? Как раз. Сейчас только не выпрыгнет обратно ведь. Вот я о том же. Надо было на это. Главное, что чекпоинт взял. Я же могу еще раз. Зачем? ДЦМ! Экспириенс, да? Да это все то же самое, ставь как есть. Там ящик-то, по-моему, нету. Ну ставь, это просто реклама. Ты с кем разговариваешь вообще? Какая реклама? С кошкой? VPN. Подожди! Ой! Я что-то думал, я убил. Это уже там с другой стороны же еще вторая. В общем, не важно быть. Призывалка! Я думал, что они работают в общей сети. Как там это? Да тут как-то так вообще. Надо очень рассчитывать. Зиггурат или как ты там их называл? Нельзя сотворить здесь. А зачем же тогда это нужно? Она же вторая это не нужна. Ну, или она в обе стороны? Ты двух убьёшь тогда, они перестанут призываться. Там как-то можно сделать теперь так, что... Теперь их траектория луч. Начало да. Есть, конца нет. Там как-то можно сделать, чтобы все эти летающие мыши превратили в яблоки. Телефон. Не знаю, есть только секретной комбинации. Стой, прыгай, бей. Я отомщу. Аккуратно. Не так же. Ты что, играешь в Crash of Cooperative, что ли? А? Вы что, в Crash of Cooperative играете, что ли? Ну, по очереди. А? Да как так-то? Тебя надо мне на сходить за мозг. Вам, как ты так не смотрел все наши яркие моменты уже 3 недели? Я захожу, ставлю лайк и выхожу. Ах так вот. Как я прям. Тоже не проси бога. Там же смешно. Очень. А? Там смешно, рекомендуем смотреть. Да. Смешнявки. Я когда-нибудь, может быть, посмотрю. Лет через 30, да? Когда? Да. Всё, когда YouTube изменил. Я тоже принимал участие. Это может быть бы. Тогда бы успел бы, тоже было бы смешно. Чё я сейчас пою, он опять загорится. Угу. Тайминг. Ну, если тайминг сейчас... нужен. Прыгай! Успел бы. Ну, маска-то меня спасла. Илон Маска. Ну, по-моему, одинаково. Они ни разу не смещаются по фазе своей. Угу. Они запрограммированы ну, коварными быть. Ты на самом деле можешь прыгнуть с этими с крутилками и убить всех. Я ну, да, ты. Я хотел прыгнуть с крутилкой на огонь.
Попробуйте просто не атаковать врагов. И оббегать их. И стараться не получать урон. Да. Делая нехитрые комбо. Просто нажмите вверх-вверх, вниз-вниз, влево-вправо-вправо. Вправо. Кружок, квадрат, крестик, x2, 0,4 и тому подобное, и будет вам счастье. Вверх-вверх, вниз-вниз, влево-вправо, влево-вправо. А, Б старт. Нет. Тайминг плохой соблюдал. Куча урон. Блюди тайминг с молоду. Да. Прыгай, прыгай, давай! Аккуратно с этой хамелеоной. Ну что ж, зачем тебе эта мышь нужна? Я мстительный был. Слишком говоришь, был. В песне про тайминг из Devil May Cry... Из Devil May Cry 3. My time is come. Devil Trigger? Да. Нет. My time is come. Мое время кончилось. Когда мы будем проходить Devil May Cry? По жизни. Проходите первый. Ясное дело, что не пятый. Будете меняться на боссе... Как же он там... На боссе слизни каждые 5 минут. Он такой долгий. Не помню такого он босса. Он такой сложный. Сложный мы любим. А я нет. А то после Мегамена нам все так просто стало теперь. А вы пошли всех Мегаменов? Ну, только 7. Ну, а где все остальные 4? Дерфас не хочет. Он сказал Крэша или вы идите нафиг. ГФТО. А как же спин-оффы? А как же Мегамен 64? Еще был Мегамен 64? Мегамен 64 там, а как его эмулить, там он на Супер Нинтендо. Ой, бля, на Нинтендо 64. Так а у нас же это, не протещенный же этот есть. Прожек 64. Не, ну он только соло, нам нужен дуб в непротещенном. Точно. Ну, вы меняетесь местами. Симе, да, есть дуб, по сути дела. В ремонт, да как так-то? Ремонт плей. Как, что ж они будут делать, если они сделают Мегамен? Что ж такое-то? Крепочь тебя заела. Я говорю, что они будут делать, если они сделают Мегамен 63? Ну все, через 20 лет сделают. Когда они выпустят Nintendo 63? Я думаю, за 20 лет еще в лучшем случае парочка Мегаменов будет. Из обычной линии. 3056 год. Куда ты? Не, сейчас, так как у нас идет гендерное равенство, будет Мегавумен. Это звучит пошло. Мегавумен. А, это Роуман. Роувумен, блин. Мегавумен 69, да? Да. Но уже сейчас как-то существует... фанатская игра называлась, кстати, действительно. Я не помню. Какая? Про Мегамена девочку. Мегапони. Мегавумен. Чепыч, давай ты пройдёшь. Мегагёрлмен. Прыгай, крутись! Я сделал это. Прыгай, крутись! Осталось 13 жизней! Еще целых 13 жизней. Надеюсь, я там и финал недалеко. Я думаю, что только начало. Слишком подлое место. Да какого фига-то? Тянер, где там у нас сейф-то был? А, да, все же сбросится. С крыши. Нам проще загрузиться. Да, на последнюю жизнь выйдем. Нельзя так. Я что-то смотрел на факел. На факин ты смотрелся. Ой. Согласно современным трендам, еще будет мегатрап. Есть найт-трап, а это будет мегатрап. Что ты какого фига? Я тренируюсь. Еще один тренировщик. Че, надо как-то учиться? Может там Чепыч в тренингах сидит? Чепыч спортсмен. Тренироваться получался. В прошлый раз я бежал, тайминг был хороший, огонь как раз выключился в тот момент, когда... Прыгай, прыгай, крутись! Вот, ну... Были вот эти. Ну я сделал это, я убедил мышей. Ты всех прокрутил. Ой, и лагает. Это все твой закат. Чего? Равасута, лефт. Закат серии Мегамен. Прыгай! Беги! Крутись! Стой! Не трогай мышь. Он умер. Опять. Молодец. Теперь аккуратно подожди!
А почему она такая умная? Потому что я тебе сказал, подожди, а ты опять полез. Я надеялся, что я успею. Ладно, пойду я спать. Через три часа вставать, кормить собаку. Как твой этот? Ты ее сейчас покорми. Ну нельзя. То будет избалованный собак. Он и так избалованный собак. Че, он хотя бы ест вовремя? Че, дрессированный собак. Естественно, что он хотя бы ест. А с другом? Если он хотя бы не ел, то это... Беги! Айран. Дрессированный он только собак, на... который живет, блин. Ну, вообще, она ничего. Ни черта не ест, ни черта не дрессируется. Не. Собака, 15 жизней. Когда он ни черта не ест. У меня собака ест на 5500 рублей в месяц. А тут собака не ест, но еда простаивает в тарелке и тоже тратится. Какой кошмар. Ну кушай за собаку. А, да. Спасибо. Преподавай пример личным образом. А, она просто. Да, она типа это. Прыгай, прыгай! Стой! Прыгай, прыгай! Стой. Какая гадость эти ваши йогурты с... чем? Вкусно. С ананасом. Кровосу вернулся. Вообще вкусно. О, Чан умер, да здравствует Чан. Вообще вкусно. Чан, пока тебя не было, щепоч прошел. Чекпоинт. Ты ему, наверное, подсказал где-то. Да. Читер. Ну ладно, я спать. Всем давайте. Спокойно. Пока. Пока-пока. Стой. Прыгай. Кто-то спит. Прыгай, да, отлично. Ну что ж ты сделал-то? Едешь клочить. И нагонишь. Чанард! Ну блин. Кто ж знал, подожди. Ты такой, понимаешь, этот... Прохождение щепочу сломал все своими загрузками. Щепоч, стоять! Блин. Поздно. Стоять! А куда ты собрался? Всё. Ну, это я не... боялся, что дюк тоже сейчас что-нибудь квацнет. Квац-квац сделает и все. Ну давай, иди! Ты опять. Понаставили своих факелов. Факин-факин. Плохо разгоняешься. Так нет времени не разгоняться. Нет времени, нет. Куда ты так торопишься-то? Канар задвигает. Ну так слишком торопишься. Прыгай, прыгай. Прыгай, прыгай, стой. Прыгай. Прыгай, прыгай. Стой. Точно, куда точно. Ты? Сколько наставили своих факелов? Ничего еще, сколько там? 6 жизней. Срочно ищем чит-код на жизни щепочу. Донатим на жизни щепочу. Я просто думал, доска тоже сдвигается. Вот это сдвигается. Вот это сдвигается. Прыгай, 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 прыгай! Есть, все, стой. Жди факела. Ага. Фокин факел. Давай, и прыгай. Тут нам то же самое, да? Ящик, если хочешь, там наверняка жизнь. Одна, да? А бочки будешь фармить? Конечно, у меня осталось всего 80 штук. Оо, то есть это еще даже не начало, да? Прыгай, 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 прыгай! Все, прыгай! Прыгай, прыгай. Че-то нехорошее. По-моему, Щеровосой опять пропал у нас. Ну как-то дюп и все, и дюпнулся. Эх. Он пошел на закат любоваться. Интернет у него вот чё, тут дырка или не дырка? Я вот не понимаю, чё за перспектива такая. А, это забор такой. Чтоб не падал. В центр прыгай, оно не крутится в центре. Я догадался. Чё, это в лилиз уберется, уберётся? Ага. Ну не так. О май гад! Он слишком худой. Почему худой? Пугом бы застрять. Между щелей. Да. Видишь, уже экспириенс с Майк проходишь все. А то. Кто-то к нам не тот пришел вообще. Вот они все твои пароли-то явки. Ну. Все рассекречено. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну ладно.
Ладно, ладно, подождем. Мою маму. Что происходит? Чанард, это ты с МКЦ на ФГ ПР4? Да. А почему меня ты выкинуло? С МКЦ на ФГ? Потому что имя Рвасу уже было занято. Ну-ка, сейчас стабильнее работает Торпернет. Что ж ты с интернетом там делаешь? Торренты небось качаешь? Воронуху. Деревня у бабушки, какой интернета нет. Я вот отвалился. Теперь еще и ты отвалился. А в инстансов что-то там я посмотрел. Кто там свапает? Да. Почему? What? Нет. Блин, я ничего не понял. Работает сейчас вообще? Дисвапнись здесь. А я сейчас перезайду. Я работаю. Че, ну хватит еще почеловать игру, тут такие сложные моменты проходят, а ты там... Я даже не могу их увидеть, блин! Опять говно! Ты какого фига? Торопишься. Нормально, еще 5 жизней. 3. Что-то они как-то быстро кончают. Всего-то 40, да? На фельсах факелов. Ям. И факин ям. Ям. Сэмпл. Эй, ну хоть не на факел. Да, надо уже делать все-таки сборку червей с нашими голосами. Сколько же ты уже хочешь это делать? Ну что, там можно свое делать? Надо. Кому она сдалась-то? Сборка. На СФ выложу. Да. Ну тогда да. Кто же там будет преобладать? Я же на платформу прыгнул, почему я сгорел? А, нагрелась платформа-то. А ваш счет сгорел. Какой счет? Жизни. Чё-то тебя плохо слышно стало, как-то так удаленно. Ну я ж на удаленке работаю. Ты ж удаленец. Там, как понимаю, жизни-то нету, да? Не знаю. Два яблочка. Давай, давай, давай! Эй! Ну выкручивайся! И чё, я вперёд, если пойду сгорю? Горю. А что ж такое-то? Надо было назад всё-таки прыгать. Я бы там бы всё равно сгорел. Так. Это тебе не Shovel Knight, блин, это тебе Бандикут. Она просто кривая с М3D, было бы 2D, было бы нормально. Да! Ты же влево-вправо так ходишь-то. Ещё вверх-вниз тоже. Не ходи вниз вверх. Ладно, я не пойду за яблочками. Ить! Есть! Теперь главное не упади до чекпоинта. Думаешь, он там рядом? Жизни на фарме там хотя бы чуть-чуть. Ничего, у меня еще один шанс есть. Только в яму не провались! Ить, прыгай! А, да-да-да, точно, прыгай! точно, да как так? Не должно было так. Это же качель, почему она провернула? Бери малого! Вот что мне делать, я уже 8 ярких моментов назабирался на таком уровне. Режь, дорогой, режь, любимый. Это был последний шанс. Говорила мне бабушка. Ой. Будь внимателен. Чё, ресет? Заново? Как-то ресет. Continue. Зачем? Continue, надо было нажимать. Там же жизни-то 30 было. 40. Вон тут всего-то. Тем сейчас более, все равно с Boulder Dash опять начинаешь. Чё, пройду я вам Boulder Dash. Так ты ресетни, чтоб 40 жизни-то было, а то как я тебе потом... Буду уровень проходить без 40 жизней. Я тоже его пройду. Нет, или Чанар, ты готов пройди этот уровень?
Не готов. Меня все глючит. Больше я это не пройду. Ты хотел 40 жизней сделать. Я не хотел 40 жизней сделать. Мы играем по этому, по-честному. По дефолту. Вот любитель чеснока, блин. Дерфакс, тебе не быть вампиром. Черт, почему? Потому что вампиры никогда ничего не делают по чесноку. А как же вампир из улицы Сезам, который считать любит? Он по чесноку считает. Блин. Так вот. Ой, ну просто нетрадиционный вампир из этих. Тех самых, которые. Да что ж меня не поворачивает-то? Где поворотный механизм сломался-то? Беги, бандикутова! А если он в забор впилится, он тоже остановит и его уронит. Или забор. А зеленый ящик кристалл собрали, да? Да. Тут нужен фиолетовый. Как поворачивать-то на этой крестовине кривой, блин? Шип на клавиатуре. You my pain. Шип на клавиатуре играл, честное слово. Вот тетить. И будет в эфире вообще. Можно было бы еще раскладку для каждой игры отдельно делать, было бы удобнее. Ну, у меня есть программа для этого, Joy 2 Key называется. Не, ну там для компьютерных, а именно для эмуляторных. Для эмуляторных тоже. Вот если бы у нас был фиолетовый кристалл, сейчас бы мы взяли это самое. Это самое взяли бы. За жопу. Фига там боксов. Больше, чем на всем уровне, наверное. Ага. Уга. Ну чё, Чанов, ты идёшь? Чен-чен? Или я иду? Иду! Идёшь? Умирать. У тебя 3 жизни, по-моему, там. На всё про всё. 5. Ничего, Виста меня поддержит. Виста меня спасёт. Иду с Виста. Умпа-вумпа. Не прыгай налево, мне кажется, там можно умереть. Ить! Ты шо ж ты творишь-то? Беги, 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 беги! Ну не так же, зачем ты... Надо много раз нажимать, вроде помогает. Да, если повезет, там все это... Ой, что я взял такое, интересно? А, меня насчитали из этих... Летучих. Считали тебе налогов. Плоти налоги! И спи спокойно. Вумпа фруктами, наверное, расплачивается. Хотя, учитывая, сколько у него алмазов. В джунглях алмазы не ценятся. Только вумпа фрукты. Вот фрукты, да. Так повсюду валяется, сколько сюда они должны не цениться, вообще не должны, копейки стоят. Ну, фрукты-то берут хотя бы, у них кончаются, алмазы кто жрет, никто не жрет. Куда они могут пригодиться? Какой-нибудь алмазный червяк, может, и жрет. Каё! Я забыл про них. Вот в финалке там, в этом, в данже, как он там назывался-то. Копер был Майнс Харт, там босс последний, такой огромный червяк, которому нужно скармливать кристаллы. Чё он даёт? В смысле? Ну, кристалл-то зачем ему скармливать? Он не решил не прыгать. Ты там как бы дерёшься с большим таким огром, троллем, что ли, я не знаю, как его назвать. Вот. И он типа у него, как домашнее животное, вот этот огромный червяк, который периодически из песка начинает вылезать, и чтобы он обратно в песок убежал и не убил тебя, нужно ему скормить алмаз. Точнее, кристалл. Да понятно. А где кристалл брать, или он из там инвентаря? Там они вокруг валяются, берешь их как бы и тащишь в песок. Что-то как-то у тебя иногда плохо получается. Ну закат. Что ж ты пристал к этому закату-то? Закат геймерской жизни, да?
Что-то у Чанр Драна как-то закат, у меня еще только он начинается. Ну ты далеко же от цивилизации находишься. Может наоборот. Сколько меси вот на заднем плане там. Надо это сглаживать. Кого сглаживать? Котов. Вот Чанов играет аккуратно. Не допрыг. Это походу шорт был сейчас. Быть мне шортами Деркаса, блин. Это как это, знаешь, повторяется история с Чепычем. Когда он там это, как я сказал, это... Водитель от бога или что я там сказал, это... его перевернуло тогда. Сразу после этого. Маску не взял. Расчетно играешь. Мучит вопрос, как они Ой. Столько страдали, делая первый краш, но потом умудрились впихнуть в PlayStation этот Crash Team Racing. Сложно, жуткий. Наверняка. Ну так и эволюционируют же софтины для делание игр тоже. Ну, то есть первого краша сначала они... просто они сами, они сначала сами все писали. Да, буквально на коленке делали, видимо, да? А? Буквально на коленке, видимо, все делали там. А, они все регенерируют, сволочи. Потом уже, ну, да. Как все первые 3D игры, они были все на коленке, блин, как вот здесь, а? Чё-то как-то по, не по таймингу. Сразу после мышей иди. Нет. А, у тебя по-другому тут. Рандом! Сместился тайминг. Беги! Эрон, рандом! Прыгай! Прыгай! Бабушки. Стой! 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 Назад! 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 А, хитро. Что ж вы не чувствуете-то опасность? Где ваш этот... Паучий инстинкт. Паучья чуйка, да. My spider sense tingling with excitement. Стинг. Что было? Чё за балет? Играй жестче. Бандикулет. Хотя бы стримим, слава богу. Ну там по твичу картинка идет. Уже да хорошо. И зрители бы сказали наши. Ну надеюсь, нас родной один остался, если остался. В всяком случае, ухода не видел. А нет, даже второй тоже уже вернулся. Да это мы, наверное, есть. Нет, Конкордс какой-то, я не знаю, кто это. Но. Сначала ушел, потом вернулся. Вот мы тут, знаешь, популярность набираем потихоньку-то. Какую-то. Да. Бессмысленно. Да шо ж, да шо ж у вас за проблема-то такая с этим уровнем-то, а? Уже и 2D практически. Там есть 3D. О! Я just walk over it. It just... Ну. Упал over it. Ну куда ты качешь-то? Это был. Беги давай уж теперь, ну. А, да. What? Я забыл, что он не пригибается. Я вниз пошел. Во втором можно пригибаться. И ползать. Подкатываться. И много чего еще. Будем ли мы сразу второго проходить или отвлечемся на что-нибудь другое после первого? Не знаю. Посмотрим, вообще не отделили. Что? Да блин! Лучше, говорит, отвлечься. Нет, Чепыч, ты что сказал? Это ты слышал. Я говорю, все равно можно и продолжить.
Посмотрим, еще это не осилили, говорю. Да. Мне кажется, ты сейчас это... Без маски-то. Прыгай, прыгай. Крутится. Не просочился. А спрашивает, почему стрим идет на Twitch, а не YouTube? Там можно перематывать качество, выбрать в широких пределах. Ну, потому что на Ютубе качество картинки хуже, итоговое получается, чем на Твиче. Наоборот, сглаживает. Тут это 3D, вот это вот все, вот оно сглаживается. Вот. А становится стримить лучше. И туда одновременно я боюсь, что у меня комп не потянет пока что. Новый комп уже куплен, но я еще его никак не соберу. Ты его хранишь на полочке на черный день. Давай, не хочешь? Я не знал, что они делают просто. Теперь давай. Это ж как этот, как танец. Твой любимый момент практически. Ой, все залагал. Конечно, вот нашло время. Главное на факинг читы не. И тебя на графика тяжелая просто. Хорошо прыгаешь. Почему нормально? Сказал на карту, да? Стой! Прыгай. Прыгай. Справа там тетку. О, ты как. Собрать надо. Первое. Не, не хотел, но сделай сейф. Может просто, может просто первые три тетки, они где-то там спрятаны были уже до этого, это финал. Ух. Теперь главное дойти до чекпоинта. Одной яблочки не хватало. Где оно там? Да, жизни, конечно, у тебя много. Шанс был. В центр прыгай. Кто так прыгает? Ну почему он не прыгает, блин? Я же не нажимал. Еще один жизнь вроде как. Тащи, Чанард, ты можешь, ты должен. You must. Дай. Нет, не дай. Win. He must win. Аккуратно. Цепляйся. Фарми яблоки. Быстрее, быстрее, быстрее. Фуф. Теперь самое интересное. Кто кого? Качели? Чанард, да, или Чанард качели? Бери вперед, подойди. Ты в забор сейчас упрешься, мне кажется. Чанард, вперед пройди. Где вперед? Спереди или на севере? Вверх. Сбоку. Что ты делаешь? Тренируешься прыгать? Угу. И как? Тайминг рассчитывает. Видишь, когда он так делает с полным приземлением, а иногда он прыгает сразу. А спрашивают, согласен, YouTube портит качество. А на Твиче стримы сохраняются вообще? Так вперед и не отошел, кстати. Там эти галочку хоть поставить, сохраниться. Ну, стримы сохраняются на Твиче, но держатся, по-моему, максимум 2 недели, но я их выгружаю себе и на YouTube загружаю. Ну, по крайней мере, я дошел дальше, чем щипыч. Чекпоинт, ура! Удивительно. А вот тут дальше жесть начинается. А что они встали-то? Стой, здесь тайминг тайминговый, двойной, в квадрате. Стой, кот, ты... Давай, нормально. Аккуратно. Еще идущий выше. Я их слышал. О, маска, жизнь. А-а-а-а! Как я так? Вообще, давай полдерсы. Что там, болдер, дождь теперь проходить? Сейчас я вам пройду.
Rainbow Dash давай нам. Да, еще качество портится, потому что мы же в 720p стримим, а YouTube не любит 720p. Не мутей 4К, подавай. Мы вот собираемся донатить нашему боссу все-таки на RTX 3080. Да, прям. Осталось 800. За месяц мы должны набрать, вот, я думаю. Я за месяц даже комп не включу, то есть не соберу. Так он у тебя разобранный, что ли, там? Ну как, материнка, память, процесс. Ай-яй-яй-яй-яй! Жив! Как так я не останавливался? Тебя убили убийством. Дважды убили. Просто нужно это все собрать, проверить, что моя винда запускается на нем отдельно, не разбирая старый комп. В смысле твоя? Твоя винда у тебя на другом компе. А, ты диск поменяешь? У меня есть старый SSD, который помирает с виндой с той же самой. Я могу его взять, если он еще не умрет на время загрузки, то и проверю. То есть это... Но для этого мне нужно еще купить второй блок питания, и какую-нибудь видеокарту, потому что у меня процессор новый без видео. Да. После этого я смогу потестировать, если все хорошо, то точно... Сейчас даже что-то простенькое, типа 1660 не купить, блин. Да какой 1660, я куплю там 730 просто, за 2000 какой-нибудь. Могу отдать тебе свою старую FX 5200. Как ты? У меня есть 560. Она еще через АГП подключалась. Боюсь, что она не заведется. Да. Можно переходник поискать. Не ищем легких путей, да? Да, все сложно у меня. Ну, я понимаю, что... Ну, да, программист научится майнить через ретро-видеокарты. Я понимаю, что 730 слабая, но мне она нужна только, чтобы проверить новую сборку. И после этого мне она вообще не нужна больше. Я же не буду ей пользоваться. Ну, обратно ты ведешь. Да, сдам, скажу, не понравилось. Не пош... не зашла. Не пошел этот, как его. Че это там встал? Крузис. Крузис, этот, как его. Крэш. Киберпанк не пошел на 730. Ты куда пошел? А ну стоять. Великий бьет ли? Так, хватит. Я думаю, если дотронуться до камня, он тебя убьет или не убьет? Нет, не убьет. Хватит гладить камень. Сломаешь сейчас камень. Ай. Ну вот, камень сломал и сейчас тебя. Вау. У меня, правда, и сейчас-то не шибко круче, чем 730. У меня же сейчас GTX 760, по-моему. Да. 60 это уже... Надо апгрейдиться, блин. Как мы будем 4К стримить с таким начальником? У меня монитора нет для 4К для начала. Так надо только стримить 4К, не смотреть. Он там уже рядом был. А, то есть мы будем 720 растягивать на 4К. Нет, мы будем 4К втюкивать в 720. Это как? Ну, упихивать. Ну вот эмулятор Android у меня так и делает, в принципе. Я же играю в 4К на эмуляторе Android. Ну вот, утягиваешь. Да, только как в обратную сторону растягивать, я чуть не совсем понимаю. Это скукоживать. Скукоживать. Как все сложно-то. Вообще хорошо получается здесь. Более или менее. Он же влезал в тот раз. Клавиатура мастер. Ну да, на клавиатуре тут проще, наверное. Да. PC мастер рейс. О! Опа, там кристалл я видел. Всего-то 5 жизней потратил, одна осталась. Все, вот, сейчас Дерфос пройдет сразу. Сейчас я вам все это, да. И алмаз сразу соберу. Вы мне тут столько уже показали. Как там этот уровень работает. Ты уже выучил на нашем примере. Всю эту Sunset Vista. Опять аналог не работает, да что ж такое, все время забываю. Крэш был до аналоговой эпохи. Безобразие. Они даже... Я какое-то интервью переводил с разработчиками Medieval игры для PlayStation 1. Тоже одна из... Они там рассказывали именно вот о первой эпохе DualShock'ов, как они придумывали управление, блин, для игры с двух стиков. Им тогда пришел наказ от Sony, что вот, дескать, вот мы выпустили новый тип контроллеров,
У вас в игре должна быть поддержка. Просто поставили перед фактом. Ну и как в Nintendo тоже. Они же там тоже как новые все фичи придумывают, у них половина игр фирменных своих собственных тоже все эти фичи пытаются. Ну когда этот Mode 7-то был на Super Nintendo, они прям, у них был этот идея фикс. Игра должна его поддерживать хоть в каком-то виде. Кто такой Mode 7? А? Кто такой Mode 7? Кручение картинки двухмерной, в трехмерном пространстве. Ну представь себе Mario Kart, блин. Представил. Вот это и есть Mode 7, когда ты как бы едешь вглубь экрана. Но при этом как бы все таки остается для системы двухмерной. Первый раз слышу. Это что же, там много разных режимов было, просто Mode 7 такой стал иконный, так сказать. Потому что совершенно другой тип игр просто появился из-за него. Не играл в Mario Kart, кстати, никогда. Ну, в Форму Триггере, когда ты гоняешь на этом болиде в мире будущего, тоже. А я до него доходил. А ты до него доходил? Ну и тем более, в Форму Триггере я играл на Соньке только. Ну там тоже Mode 7, но ты же эмулятор. Подожди, что, на Соньке эмулируется SNES, что ли? Ну, может, его там раскупали как-то, но эмулятор, в принципе, тянулся вроде как. Может, там самописка стояла просто. Самописка там стояла. Ну что ты говоришь, что эмулятор там же видео. Видеоролики-то же там стоят другие, и интерфейс там поменяли. Так что это всяко не эмулятор. Ну, наверное, не чистый эмулятор, по крайней мере. То есть не в компьютерном представлении, но... Это порт. Скорее всего... Ну, скорее всего, инструкции эти процессора Super Nintendo там именно эмулируются, то есть не стали его создавать. Не знаю. Мне кажется, они в то время такого еще не скатывались, чтобы эмулировать. Да, PlayStation, наверное, не потянет Super Nintendo. Эмулировать-то да. Не, ну если Dreamcast тянул PlayStation... Ну, так, по-моему, 64, а тут-то... Из 16 на 32. Ну, в принципе, да. Тут... А, Dreamcast там, по-моему, отдельные игры. На диске. А его затачивали... Ну, если ты эмулятор затачиваешь ты под отдельные игры, то он лучше работает, чем эмулятор подо все. Ну, да. Этот же PSX, PSCX, или как он там, PCSX, во-во. Он же создавался сначала, чтобы заэмулить, по-моему, Final Fantasy 10 только. Ну и чё, эмулил неплохо. Правда, ничего больше он не особо не делал в своё время. Я помню, как тогда, в те времена, прям, все эти... Я играл, когда у меня первая часть Земсова. С этим эмулятором, блин, там все эти настройки бесконечные и так далее, что там не работает. Это, наверное, это поколение ESP... Этот, я... ESPSXE, который... А я сидел с миллионами. И смеялся со своей нормальной Сонькой второй. Вот тебе же слово, да. Смешно было, а я когда скачал 4 гигабайта этого... Dirge of Cerberus, и понял, что, естественно, на своем однопроцессорном я никогда... Его не запущу на одноядерном. Что-то как-то... Я запустил, там было ужасное управление. Перебой на стик на правый, который хрен попадешь куда надо. Не побоюсь этого слова, моя любимая игра на второй Соньке. Это мы знаем. Но это не отменяет того, что там ужасное управление. По-моему, я зря это сделал! Чувствующий пусть скоро будет забанен. Почему? Ну, он посмел высказать неодобрение твоей любимой игре. Видали, как я это самое-то... Все прошло вам практически. Да, это, конечно, очень к месту здесь. Прыгай. Быстро прыгай теперь. Ну чё, вы убиваетесь-то? Что за хрень? В другую плоскость стекло. Да нет, я насквозь нее проходил. Молодец. Абрам-бам-бам-бам. Долго будем прыгать. Сейчас звук до ультразвукового дойдет. А чё-то как-то сложно. Ну там следующий-то после. Где вторая... Где хотя бы вторая тетка? Я уж молчу про третью. Действительно. Стой! Еще не все потеряно. Хэштег Талисе живи. Очень быстро тут. О,
меня пугает. Не нужно. Здесь переключатель. Мужик, иди сюда. Он сверху. Попал. Нет, попал. Бурбага. 100% четко должно быть. Уаа. Какого же длины этот уровень, блин? Это босс от мира уровней. Вроде уж на вершине, а тут все идем и идем. Что-то, блин, куда? Как? What? Не успел. Да мне кажется, бы прососался. Так, подожди. Нет, да. Вот сейчас? Нет. Вот сейчас. Kill him! Меня что ли kill? Нет, мышь. Бэт. Kill the bat. Что-то мне уже страшно как-то немножко. Я дальше-то не видел. Ну ты же ее проходил. 15 лет назад, да? Да, как вчера, можно сказать. Не, он легенду Аманы почти прошел 11 лет спустя. Чё-то меня снизка. Чё-то понял, что я нифига из нее не помню. Напрягает, это длительная хрень. Ой-ё. What? Скачи. Когда вопрос? Всегда. И везде. Еще и вниз дырка. Вы знали, что если встать снизу с краешку, то у вас больше времени, чтобы успеть проскочить. Естественно. А если ты еще будешь это крутяк делать в процессе, то еще быстрее будешь идти. Разве? Мне кажется, он не ускоряется от этого. Мне кажется, когда крут... Да, ну нафига вот мне это? Ой. Как же потно-то. О, вторая тетя. Где там этот сейф-то уже? Да что ж это за уровень-то такой? И ты хотел, чтобы мы его прошли, да? Щепоч все прошел, да? Подожди, что тут делать-то? Идти. Иди тайминга. Вот сейчас бежать вниз. Да, это как раз. Вот сейчас оно вылезет. Нет. О. Чё-то тут опять какая-то хрень. Господи, это что ж такое-то? Бжух. Сейчас, что ли? Нет, вот сейчас. Угу. Успел бы. Там оно неправильно крутилось. Вот сейчас. Нет, вот сейчас. Смотри, ну не совпадает там же нифига. Ну, убегай налево, что я могу тебе посоветовать? Спавни другой расклад событий. Где яблочко вывалилось. Сейчас упадет на него. Ну, у вас вумбофрукт протек. Скотина. Мог бы подождать. Все, надеюсь, тут нужен еще алмаз. Обидно, досадно. Да норм. Ты что ж за хрень такая? Ты постой на ней немножко. Появится следующее. И вот на нее прыгнешь. В теории. Вот как. А, вай, кого? Хитро. Там что-то за забором. Забором. Надписи там за забором. Как ты вернешься? Доктор. Ой-ой. О, картинка. О. Там как раз с моими тремя жизнями. Ты сколько там? 16. 16. Зачем я туда пошел? Зачем? Дурак! Как бы шел бы до конца. Нам хоть жизни бы дали. Она разве не взорвалась бы? Взорвалась бы, да. Тем более они все равно не считаются. И все равно я уже проиграл уже. Дурак! Да норм. За это мы тебя и любим.
Будь сейф. Сейф ми! Если я это сама... From myself! Ну что, фимейл бандикут, дай мне сейф. Крашина. Вроде музыка даже ничего такая в бонусе. Они, кстати, не зацензурили эту фимейл бандикут в этой в обновленной версии, нет? Ну, может быть, стал менее фимейл и все. Говорят, еще они её просто убрали. Эть! Такое чувство, что я сначала вернулся. Мы ж вроде уже на вершине мира были, как мы опять наверх поднимаемся? Крепостили нули эту часть уровня просто и все. Такого не было. Уже конец по-любому, мы все эти бонусы пособирали. Три тети, три мужчины. Мне еще надо перепроходить будет это, блин. Ну за забором что-то. Я там не пролезть. Вот что ты тут забыл? Воу! Скачи! Ну почти ультразвук уже. И сейчас промахнется. Можно было собрать алмаз, наверняка цветной. Цветной алмаз? Да. Ты как изумруды хаоса. Любого цвета, кроме как зеленого. Кто там дальше? Счастливчик. Точнее, в каком числе зелёный? Я, что ли? Дом я, наверное. Нет. Я. Ильчан. Хаоконг. Чё-то плохо. Это мышь вообще никого. Такого. А чё делать-то? Экспириенс получить. Взрывом. Может, взрывом надо отбивать камни? А, ну, ой, выбежал. Типа как в ЧПД или какой-то приземляется, какой-то дальше пролетает. При этом тут еще можно промахнуться и попасть в вагонетку вместо него. Че, даст? Надо, значит, пинать ее. Пропущенный этот шанс даст. Смотри, тик-така у него. Сейчас на него ящик свалится только. То есть просто у него оно останавливается само по себе. Когда-то. Ну когда он тяжелый камень кидает, он останавливается. Ну визуально-то он не отличается никак. Так, он же... Только он сам коала, может он просто встает. Предыдущих, да? Ну. Что ж ты, ё-моё. Улетаешь-то. Улетный! Что ты сделал? Я ж предупреждал. Защитные вагонетки тут. Давай быстрее. Торопись. Что его бедного в шахты-то отправили работать, только непонятно.
Потому что сильный и тупой. Читерная тик-така у тебя. Стой! Чуть не улетел. It's me! Fresh yo! Ну давай, кто там следующий-то? Сколько там у вас жизни-то? 20? Треугольничек наберешь, покажет. Тяжелая машинерия. Или это обратно? Это обратно. Куда ты? Совсем обратно. Ну, вообще обратно. Перепройди! А чё мы вдруг на первом уровне оказались? Третий. А, это новые. Видишь, какой искусственный остров весь? О, 2D. Вот сразу с ям начинается. Ага. Я думал, это просто платформа. А это сложная платформа. Вероятно, их даже и не надо. О, ну меня задело. Я даже не касался. Экспириенс, да? Тренируется. Интересно, в эту дырку можно залезть? Нет. Прыгай, не трогай. Не, даже можно трогать, по-моему. Нет, нельзя. Можно, вот эту нельзя, а те можно. Пульбагу. Можешь пойти проверить. Скользкая, может быть. Нет, этих вообще не трогай. Они неубиваемые. Это осы из Донки Конга. Йо, перепрыгнул даже. Давай, сейф. Здесь как-то пораньше выдают эту штучку. Как покороче. Какая штучка? Это ж просто, наверное, видишь, тут. Почему вот они там внизу находятся? А там можно спрыгнуть. Тебя убило во время смерти. Там можно спрыгнуть, там можно спрыгнуть. Прыгай вниз. Между ними. Зачем? Там ящики недостающие. Молодец, что ты заметил-то. Видишь? Чуйка-то работает. Это черное сзади, как будто. Нет. Да нет. Ай-яй-яй. Не дал, как хитро все. Теперь уже даже две маски целых. Это зря. Это тоже зря. Кто же знал? Ну, он какой короткий уровень, это я понимаю. Это короткие мужики пока только. Ну и тетя, ладно. Тоже короткая. Да не очень-то короткая. Супермодель просто. Длиннющими ногами. Этих, по-моему, можно убить пушкой. Они кюбивашки. Пивашка это в этом. И как так ты же нажал? Пипце. Дать жизнь. Я прям не знаю. Молодец. Аккуратно. Под ней надо как-то там протиснуть. Точно их нельзя убить? По-моему, даже сверху? Да. По-моему, да. Нет. Ну зачем было? Проверить надо же было. По-моему, чекпоинта ни одного не было. О май гад! Вот это я понимаю уровень, да? Кто короткий? Да чё-то пока ещё не очень короткий. То сколько жизни осталось? Ну вроде ещё есть. А, ещё много. По твоим меркам даже не знаю. Какого вам так мало? Ну такой это первый. Ну, первая попытка такая хорошая. Да, вообще потерял концентрацию.
Все, кристальчики не собрать теперь, все теперь. А нет, чё, сейчас еще можешь. Как если чекпоинтов не было, можешь. Да. Я как бы не стремлюсь, но я так. Все ж ящики вернулись. Для красного совца. Тебе снова вниз прыгать надо будет. Ну ладно. А если отсюда я спрыгну, нет? Да, там нет. Нет уже ничего. Как это? О! А! Круто! А, ты имеешь в виду вниз экрана? Вблизи экрана? Ну, где лифт был? Ты даже, наверное, можешь спрыгнуть. Сомневаюсь, что. А куда? А, вот она. Мужики у тебя все уже собраны. И тетки. Ну, просто здесь надо было прыгнуть вниз. Кажется, оно бы я тебя, должен, по идее, упасть на лифт. Тебя убило, мне кажется, экраном. Не знаю, не пробовал, наверное, я такого делать. Хотя, черт его знает. Можешь встать. Че я только не пробовал по молодости? На трубу мог встать же ведь. На ту. Ну там красный. На синюю. Красный — это плохо. Не спорю. Ай-яй-яй. Я застегнял. Не хватит. Все. Ничего, у меня еще маска. Не забудь крутануться. Чё хорошо в этом... Crash on the Run, который на мобильниках-то там... Лечить хватит, там не надо. Там нельзя никуда ничего выкинуть кручением. Ни яблоки, ни маску, и маски... Это плохо, утратили оригинальный дух Краша, сразу видно. И маски собираются сами, то есть ты ящик собрал, даже чем угодно, она сразу собралась. Ужасно. Всё, Краш скатился, ребят. В мобилочке. Поддевайся. Я прыгнул уже. Кто заново? Эх, давайте попробуем прыгнуть вниз. Ха-ха-ха, экспириенс. Только вот не факт, что я обратно смогу вернуться. Почему лифт-то поедешь же наверх? Что-то мне захотелось прилечь, ребят. Что это значит? Стареешь? О как. Читер. Все честно. Помни, там были еще дальше, я чего-то. Через задний порт зашел. Нету. Через задний порт. Лифта-то нету. Тот есть, который был. Тут нет. А, нет, вот он. Сейчас, смотри, нос прищемит. Ну что такое? Ну и ладно. Ну и ладно. Как ладно? Ну и очень-то и хотелось, да? Вот именно. Ой-ой-ой, опасный момент. Обнай! Бедный бандикут, сколько же ему по башке ящиков-то долбануло за всю жизнь. Много. Тысячами там исчисляется. Ну я думаю, ему в удовольствие. Когда его бьют. Что, мазохист, что ли? Он быть не бандикут, хуже. Бандикут хуже. Мазохист. Бандихист. Нет, ты мог уже идти. Опять без маски. Я испугался. Давай, ты сможешь. Поддевайся. Ну как так-то? Нос задел. Нос отпили. О май гад. Ничего, у меня там еще много жизни. И много экспириенса.
Дерфас. А? Что у нас по ярким моментам? Все ярко. Я прыгнул уже. 10 и один шорт. Как так-то? 9 и один шорт. Всё, только один момент был яркий. Шорты Бандикута. Да ты. Комбо вытворяет. Я, бочки фармит. Ай-дю-дю! Ах, так что-то я не то сделал. А, ну молодец. Ну и нафиг ее, ну и не надо. Ты забыл вниз прыгнуть-то. Ты по правильному будешь. Фух. Бога. Тут, кстати, интересно, можно наверх запрыгнуть на эту решетку? С ящика. А, там трубы. Там труба. Там трупы. Что ж ты я ее убил, между прочим. Или ну, там маска исчезла? Маска все убивает. Ну как так-то? Кому сложно вначале. Ты начал торопиться. Времени я есть. Хотел перфектно. Перфект. Получилось. Не, так прям в правом ухе часа. Вот этот вот... А, он падает просто. Что у тебя там в правом ухе? Таракан завелся? Механический. Сушеный. Сушёный. У кого механический, у кого сушёный. Вниз. Ты как? Нос-то не отрезала. Тебе там еще третью маску перед тем прыжком дурацким. Не, ну в принципе хватит просто маски. В принципе, да? Надо донести. Какая она квадратная это раньше была. Ну я же говорю, как раз скатился. Куда ты? Торопится, торопится. Вторую донеси, главное. Я не ожидал. После 10 потраченных жизней я еще не ожидал. Что там убил? Ну и нафиг это яблочко. Ты яблоко выкинул. Что ж такое-то? Вот, аккуратно стал играть. Ждет. Крутиться не забудь. Чего? Крутиться не забудь. Крутиться, вертиться, крэш голубой. Оранжевый. В мобильный... Не в рифму. Не в ритм. В мобильной игре это и есть голубой крэш. Голубой фейк крэш. Я думаю, даже и не фейк есть, там же скины-то эти есть. Всякое там какой-нибудь голубой был. Чё он дает? Кто? Ну, голубой скин. Я не помню конкретно, но каждый из скинов там дает эти бонусы по сбору. Бонусов. Ингредиентов и трофеев. О как. Почти упал. Не тормозись. Лететь хочешь? Ну хотя бы дошел до того же места. Экспириенс. Ну как так-то? Больше крутиться. Самое сложное место в начале. Больше крутиться, больше крутиться. Ничего, еще 10 попыток. Дерфас, а? Чем не шорты? Да ну не знаю. А буду экспириенс и сразу умереть. Да, ну не знаю. Как-то не ну, особо. Ладно. Ну такие. Чем он до этого ровно затронулся сначала, хочешь, потом? Чтобы тебя на шорты поставили, да? Ну почему? Две пары шорт, лучше одной. Не, мы по две не делаем. Две делаем. Ай, как я это. Две делаем. Ладно. Но мне кажется, дотянешься, если прыгать немножко так ровненько. Не знаю. Попытайся. Я говорю, две шорты мы делаем, только если у нас две разные игры. Хотя... По центру встань платформа. Хотя бы так. А совру, я делал один раз для драйвера. Две шорты? Да, там у меня был один... Пошел! Один толстый был, коротенький совсем шорт, и один тебе вниз. И один там, где щепочек это, по-моему, эти... Перевертыш делал, когда у него нос зачесался.
Ничего, скоро жизнь заработает. Это же шорты, их можно пилить сколько угодно и в больших количествах. Ты еще скажи, вместо всех ярких моментов просто шорты напилить. По они одному шорт нет. Они же обрезаны. Не, ну желательно, чтобы шорт был хотя бы не больше, не знаю, 5 секунд. Не совсем уж какие-то. Ультра-шорт. Мини-шорты. У меня шорты, они по сути трейлер к ярким моментам. То есть как бы я из яркого момента вырезаю один момент и превращаю его в шорт. И зачем он кому нужен? Чтоб на мобильных устройствах увидели наш трейлер ярких моментов. Дерфос продает свой контент. Как-то не досчитываешь. Аудитория. Дерфос хреново продает. Дерфос явно не это. Не продавец. Не продавец. Это. Неправильный донат, потому что сделал. Надо было обычный донейшн алерс. Мой донат. Платными сообщениями. У Дерфоса даже нет аккаунта в ТикТоке, скорее всего. Нет, конечно, я даже не знаю, как его там завести. Зачем мне аккаунт в ТикТоке? Шорты делать чисто тиктоковского пошива. У нас шорты ютубовского пошива. С бирочкой ютуб. Из бирочек вообще. Какой-то уже это... No brand шорты какие-то. Бирочки 7H. Онлайн. Почему 7H? Давайте SF. Их SF. По-человечески. Дерфос разочаровался в SF, к сожалению. У нас своя контора. Называется 7H Units. Частью которой... Ты юнит, ты что ли? Контор. Частью которой является 7H Online. Как мы так... Ладно, смотрели, играем нормально. Нет, вот сейчас вот, наверное, играем. Когда я запилю игру на NES, она будет от 7H Games. Это знакомый что-то по Краснодалеву, там тоже что-то такое, запилил-допиливал. Чего? Тоже с названием SF. Дерфос? А? Если будешь делать игру на NES, зови музыку писать, давно хотел для NES что-нибудь пописать. Так само собой. Ты чё, заранее пиши. Кто мне ещё музыку напишет, а как он будет писать? Ну я думаю, заранее, ты сам. Не зная контента. А её так и пишут. Хреново пишет. Тим Фоллин так писал, он никогда не знал, для какой он игры музыку пишет. Кто это такой? Ну это композитор такой. Я понимаю, что композитор к чего. Да всякой фигни, типа серебряного серфера. Ну понятно, да. Ну там охрененная музыка. Ну как бы она не связана с игрой, значит, по сути. Ну, а он никогда игры не любил, он просто пошел на работу, чтобы деньги зарабатывать. Но при этом он оказался супер одаренный. Ну а в Том и Джерри музыка у него есть, Том и Джерри. А, там его брат писал. Ну так... Папа... Ага. Сложно, наверное, попасть в Том... Не попасть в Том и Джерри музыкой. Ну что, ты не знаешь, что ты пишешь для Том и Джерри, то сложно. Не, ну кстати, там все-таки он на слух подбирал, то в принципе не... Название-то, наверное, ему говорили, для чего он пишет-то, или вообще это... Да просто он отдельно писал музыку, а потом его просто покупали по ситуации, типа кому-то нужна музыка. Не, покупали, он же был штатный сотрудник этого Software Creations, он работал в компании, которая делала игрушки. Ну, поскольку ему было плевать особо на игрушки, для которых там он писал, он просто писал. В лучшем случае он просто знал, для какое название. Вот, я же говорю. Мне всегда казалось, что композиторы просто сначала пишут музыку, а потом уже из имеющихся продают какую-нибудь там разработчик. Не, типа, ну вот у меня есть музыка, и вот интервью. Я ее продаю. Может там почитать. Ну, всегда, я вроде читал. Во-первых, композитор всегда берет референс. Это концепт-арты, дизайны, то есть и по ним уже пишет музыку. Yeah. Это когда игра вообще не готова. Когда что-то уже готово, ему дают поиграть в альфа или бета-версию. Какую-нибудь демку. Беги, аккуратно, прыгай! Yes! Не надо прыгать. Я дальше прошел. Чуть-чуть. Он взял тетю. Еще и маски есть. Одна. Маска не поможет, если здесь яма. Аккуратно, это новые факелы. Мы сейчас этот финал. Новые факелы. Пар убивает или подбрасывает? Убивает. Плохой пар. Горячий. Плохой пар! Двойной пар. А наступать-то на него можно?
На дырку, по-моему, можно. Или он совсем-совсем плохой? На дырку, по-моему, можно наступать, она не проваливающаяся. Я сейчас стоял нормально. Переговорное дойти. Master. Там, потому что сейв же. То нам придется опять коалу убивать. Ты уверен, что я способен на это? Забей на яблоки, главное вверх низ нажимай. Согласен. Тетка, а как сохранять? Просто выходишь. Не надо ей ничего нажимать. Нажимай, нажимай. А, просто репортироваться? Чего у нас? 18 плюс стрим. Точно. X нажимай. Мы же взрослые. Show password, pick an absolute vocal position. X. Смотри, щепоч сохраняется. Редкое зрелище. А у мистера этого злого тоже надо, можно сохранить или что? Да, он ключ выдает. Cortex. Если пройти или если собрать? Не знаю, мне кажется, если просто пройти. Что он застрял? Только по лестнице можно. У нас там в этом в игровом автомате, где игрушки плюшевые достают, там есть кортекс. Или нет, там этот Insane, который. С буквой N на башке, который. И все с N на башке. Вот он. Он так себе сделан, но он там есть. Че такие автоматные игрушки проще. До этого еще Бенди была, Инк Машин, который хоррор. What? Ну, игра такая есть. Бенди and the Инк Машин. Вон все буквы N нарисовали сразу. Ать. Блин. О. Получилось. Сейчас я уже умирал или спас? Или нет еще? Тут не прищемило его жить. Нет, по-моему. Вот по виду похоже, как будто можно вниз упасть. Помню. Вот это вот что-то красное опасно выглядит. Это подпрыгивает трамплин. Трамплин, прыгай, прыгай. А последний ящик шипы, наверное. Там я там I'm invisible. Invincible. Лишь бы в яму не упасть. Опа. А, это он просто. Ты же инвизибл. Я думал, не считается. Ты аккуратней. А, я думал, он подбрасывать меня будет. Ну, не торопиться. Чекпоинт. Он чекпоинт всегда, если даже умру, или только если я пройду. Хрена себе. Ты не чекпоинт, по-моему. Хрена себе. Что-то сложно. Ну ты хотя бы пытался. Но он ничего про жизнь не дает. Я знак восклицания достать. Там вниз надо, по-моему. Какой горячий уровень. Какой-то, блин, этот уже батл тос прям. Скорее, этот Спаркстер. Там тоже начинается потом. По идее, финал уже близок. По идее, да. Забери ты. Сколько яблок-то и жизни. Щепоча еще жизни даже есть, ничего себе. Щепоча подменили. Просто простой уровень. Уровень 2. Ну сейчас посмотрим, сколько ты не собрал ящиков-то. Пошел. Стой, ящики там жизни. Сложно! Яблочки хочу собрать. Зачем? Жизнь. Они вкусные. Че, тут не долетаешь, что ли, туда? Крестиком не долетает, что ли, да? Нет. Можешь весь прыжок держать. Тогда я. Або! А ты как прыгал из прыжка? Ну ты даешь. Ну, ты так нормально прыгаешь. Я даже жизни еще не все потратил. Чё, алмаз собрал? Простой уровень. Нифига себе! Чё, собрал даже? Да! Какой молодец. А вы говорите. Монстр! 3D игра, я не пойду, вот она. Прошу. Молодец, сохраняйся. На, еще раз можно, нифига себе. А, да кристалл же. Да? Кто там следующий-то, я что ли? Да! Что мне светит в этой жизни?
В этой не знаю, но в следующей светит Вальгала. What? Далее как тут? Все сложно. Cortex Power. Что-то мне кажется, это жуть будет. О май гад. Cortex. Слева и справа по-любому что-нибудь есть. Выпустите? Да нет, там ничего. Ой, я застрял. Ура! К вам пришел Трашпент, Чаннард. Ух ты! Трашпент пришел смотреть на Красха! Тут еще, видишь, сверху эти электричество бьет. Вообще те же трубы, но с электричеством. Я ненавидел этот уровень, если честно. Тут еще надо в обратную сторону бежать будет. Cortex Power. Трашпен говорит, что он обожает Краша за то, что есть коллизии на рельефных стенах. Ок. Нету? А тут есть коллизии на рельефных стенах? Нету. Ты чувствуешь коллизии, Дерфас? Да, ну я ж там... У нас ни разу не застревал в стенах. Залезал только что вон. И ты залезал там на ящик. Что за лабиринт-то, блин? Не, ну, залезать-то это залезать, а когда как в драйвере, ты запишешь. Беги! Пиксель, беги! Лучше не бежать. Какого-то тут деле. Нет. Да ё. Ух ты. А как его обходить? Можно будет на себя уронить этот ящик, пока в бессмертии. Не беги, ты смертен! А вы, конечно, вообще прогрессируете. Первый раз мое сообщение так никто и не заметил, а тут только зашел, уже встречают, пишут. Да, мы теперь это активно это общаемся, всего благодаря мы тебе. Мы теперь активные активисты. Если бы ты не начал там заходить, курсе, мы что вообще, нас кто-то смотрит. Мы вообще бы это, да, чат не запилили никогда бы. Если бы не Трашпент. Да. Блин, что за жесть. Ти-ти-ти. Что ж за лабиринт-то? Может, тебе просто вперед надо идти? Что-то знакомые повороты какие-то. Честное слово. Так, здесь мы, по-моему, уже были. Ух ты. Здрасте, мужик. Как, как он? Он тебя впернул, что ли? Сгорел. Бурн. Слава богу, не я это прохожу. Это просто вперед иди. И все. Мы уже обратно вернули же тут. Дерфас, а знаешь, что я еще ни разу не сделал в Крэше? Что? Алмаз не взял. Даже щепочек-то сделал. Ты ради в прошлый раз не взял? Вроде нет. А ты что там такая тень? В играх всегда можно залезать на первый. Как будто ящик был сверху. Если там нет невидимых стен. Где тень? Мне показалось. Ничего не дает эти декорации. Где тень? Знаешь, вот по вот это вот. Пройти немножко, это грязь на полу. Видишь, там много таких так грязей на полу. А я только ее заметил. Тьфу ты! Тьфу схоженый! Тьфу дурак! В драйвере были коллизии. Едешь, раз застрял. Это не коллизии, это баги. Это фича. Коллизия же. Драйвер, он такой удивительный. Как же ящик? Сейчас вернусь. Только толку, я уже проиграл. Я сюда еще вернусь. Вот мне бы только выбрать день. Походим. А ради чего Краш-то идет? Спасать кого-то или чего он там? Фима и Бандикута идет спасать. Беги! Я читаю там. Так точно сюда надо? Активное обсуждение. О. Ну что, там в чате уже жизнь какая-то ну, течет? Да. Там я уже был. На боссах мы так уже делали, ну, крайне на первом. Прятались от его удара на троне. Ну нифига себе, блин. Хорошо, ну, я отвяжу. Тоже где-то мы там прятались. С дачным интернетом я даже читать не могу людей.
Потом буду в записи читать. Ты будешь смотреть записи? Не, у меня же нет бесплатного этого трафика на Twitch. Вон, видишь, тут синий этот алмазик нужен-то, слава богу. Да ё... Че не жужжа, как мухи, блин? Кто? Те роботы, они жужжат. Ты ж... У меня вот нет никакого... Жукоботы, блин. Я его не заметил. Поторопился. Не зевай. Трашпент отвлекает. Под руку говорит. Коллизия же, это же столкновение с чем-либо. Ну типа, как раз это... Ну не обязательно столкновение, это просто проявление. Обратная реакция от... пересечение там с чего-либо, с чем-либо. Ну, типа, взаимодействие двух текстур между собой. Что ты не проваливаешься сквозь текстуру, да. Ну, в драйвере как раз они были. А здесь-то. Ну, вот сейчас мы идем по полу, это коллизия даже, в том числе. Ну, если в таком плане, то да. Хотя, может, ты не коллизия, на самом деле пола нет. Он все плоское. Как в Doom. Запрыгивай наверх. Успел. А там Стюарт! Там потолок меня упирает. Черт, потолок. Здесь камера более человечно стоит. Проще понять дальность прыжка. Ну ладно. Ну и не очень-то и хотелось. Мы еще сюда вернемся. Да, когда у нас будет... Набивай жизнь. Алмаз. Пайк, пайк, пайк. Куда ты? Промазал. Четвертку или по пять? Ой, ящик сквозь стенку проваливается. Коллизия сломалась. Мне кажется, здесь даже не коллизия, а этот... Z-буфер, или как он называется? Щущ. Да, я не то что щепочь, тут вообще ничего не собрал. Щепочь молодец. Да щепочь у нас просто маста, он набрался экспириенс. Теперь он, блин... сотого уровня. Тут там дальше-то? Генератор. Комната-генератор. Так, я в наушнике, ребят. Чем ты в наушнике? Чтобы я был сосредоточен. Я тоже в наушнике, но я не сосредоточен. Блин, вообще непонятно, где они там. Ящик собери сначала, попробуй. Какой там пьяный какой-то инсейн мужик. И почему-то у меня нет буквы N на башке. Еще не это он селфи пытается снять. Еще не нарисовал. А тот мужик, у которого снаряд в башке застрял, это не он же? Снаряд в башке это N Джин. Он только в третьем краше появился. А ух ты, нифига, что творишь. Там в шоке. Яркий Энджин, момент. Типа гений или типа двигатель? Типа engine, типа двигатель, да, анаграмма такая. Движок. Ох, точно я. Ах, зря. Я ступил, engine появился во второй части, меня поправили. А там куча углей. Тетя! Выручай. Иди вправо. По-любому. Там же ящики. Она упадет, не падай на платформу. Беги, убегай! Убегай! Она вернется, она вернется. Она не хочет убегать. Сейчас убежит. Бери жизнь и убегай. Ну да. Она вернется. Как вон еще ящики остались. Вон еще яблоки-то они, может быть, летают, а то что-то ящики. Как-то странно. Яблоки летают нормально. Ну, они типа все время в воздухе держат, как жизнь, а ящики вроде все время стоят на чем-то. Даже когда ты ломаешь какой-то ящик, там они падают вниз. А эти нифига не падают. Хочешь просто идти? Не возвращается. Странно. Должна по идее. Теперь посмотри, на чем ты стоишь, ват? А, че на него нажать? Я ж помню, что она возвращалась.
Ну и фиг с ним. Ну и разбивай ящики. Мы на хардкоре играем, прыгай видимо. Вниз, короче. А может это в пау-версии только они возвращались? Ты думаешь, такие кардинальные разницы там есть? Бывает такое. Не бери чекпоинт-то, начни сначала. Да ладно, оно же сложное, наверное. Ничего. Может сейчас будет такой же, как этот длинный-предлинный уровень. Я вот эту вот хрень не люблю. Ну да, те ящики тоже левитируют. Фу, что творит-то, а? На чем ты стоишь, он имеет в виду, то, что на ящике стоишь, который летает, который не падает. Нет, он имеет в виду платформу, на которой ты стоишь. Наверное. Ну там были ящики, и они левитировали. Может... Нет, не может. Не знаю почему, они не появляются. Имел в виду ящики. Некоторые попадают, те, которые в стопах. Он имел в виду вот эти ящики, вот все вот эти. Ну я понял. Я думаю, они просто приклеены к ряду стоящим. То есть я теперь должен пропрыгать по ним идеально ровно? Ну, там время... По диагонали причем. Там время дофига было, по-моему, чтобы их собрать. Промазал. Бери уж, давай, быстро. Ну и ладно. Ну и не очень далеко. Ай, черт! Ну и не очень далеко. Расстроился ты. Развей монитор, что ли, для разнообразия. Да шучу, нельзя. Я думал, разбей монитор ноутбука. Блин. Нет. Какое разрешение у этого монитора? Инсейн мужика этого. Ну, если игра это 320 на 240, то эти мониторы, наверное, 50 на 50. Нет, там просто пиксели видны даже. Что ты хотел? Причем высота больше. В 96-м году вообще удивительно, что у него мониторы такие были. Богатенький, блин, сынок. Наблюдает. Подглядывает. Влево-то, справа вот вниз, тоже улетели. А может ты с ней перепутал? Нет, вроде я помню возвращался. Может надо очень долго. Знаки восклицания, они же улетают во все стороны, куда они там что-то. Я думаю, оно то не, есть, не связано с тем, куда оно улетает. Ну раньше оно вроде так улетало. Там по звуку надо ориентироваться скорее. Да ё. Я обожаю лопать ящики. Оп, ящик. С маслом. Собирай. Ящики с маслом. И солью. С джемом ты что? Я не пойму, где он. Перед или он сзади? Он вокруг. Или он над ней? Он типа спереди, но сверху немножко. А-а-а. Вряд ли же здесь настолько извратились, что... И спереди, и сзади, и назад это подвинули. Какие-то глаши... Глаза второго нет, что ли, у вас? Одним глазом смотрите и в игры играете? Вот скажи, просто они отъезжают от меня или они вверх-вниз катают? Они вверх-вниз катают. Между той N-площадкой он летает. Да. О, в Call of War, наверное, переиграл, где там более изощрённое. А, ну всё теперь уже. Ладно. Да ладно, чего ты там уже? Там, окажется, всё, что ещё это... Нужен кристалл какой-нибудь в конце. Потом будем извращаться с этими, с рестартами. Вообще почти не придётся. Будем мы. Будем. Мы уже сколько собрали. Я вам быстро всё попрохожу там. Потом. По-моему, сверху надо прыгать, наверное. Убей его. Да, вот это вот прям вообще как-то это... Неправильно было с перспективы. Да ладно. Чекупонито и сейф. Не знаю, да, Чанар считает, что Call of War это шедевр. Чанар, расскажи, насколько хорош Call of War. Я считаю, что он говно. Дай ему сначала допрыгать. О, яблочко. Жизнь. Куда? Жизнь бери. Ну, еще 52%. Как нафиг жизнь?
Мне надо саванутся. Саванутся. Когда у нас будет cool spot по жизням? От него неплохо. Ну, так себе. Я любил на Сеге, там какая-то часть была, там где на пляже, по-моему, начиналось. Да, это первый. Самый спотный спот. Самый Чанар потный. Плашоп прошел все Кула Ворлды и все другие аналогичные игры, которые вообще существуют. Там странно, там... Я не прошел Кубосферу. Там внизу что-то... Блин, а все остальные где прошел? Он вообще? Вперед-назад ходит. Я понимаю, но он как? Он наверху или далеко просто? Он наверху и спереди туда-обратно катается. Оха. Щет. Там снизу что-то есть явно. Есть? Здесь снизу. Но не так. Как, иллюзорный. Мне кажется, там надо снизу где-то в предыдущее место прыгать туда. Да не, там просто как декорация. Вот здесь, если ты вниз пойдешь. А, он там буквально какая-то, да. Направо прыгнешь, мне кажется, там можно так сделать. Не, просто надо со следующей прыгать, наверное. Так, хватит отсасывать у меня жизни. Все равно уже без толку, да? Может, конечно, туда потом мы все умрем. Может, туда просто потом. Как-то подозрительно, подозрительно. А подкатываться он тоже умеет? Второй частью? Он ничего не умеет. Прыгай. А, да, вот как раз туда ты сейчас спускаешься. Упс. Это неправильно они сделали. Ну что это было-то? Я все собрал. Не бодайся с ветряными мельницами, Мирин. Обходи их. Чандр, тебя сейчас там на сэмплы порежут. По поводу твоих жизней. Я уже давно в сэмплах. Из меня сделали песенку. Simpleman. Simpleman. Стой! Стою. То есть это ты делал тот кавер про басы и питеров? Транспент, да, делал. Ага, то есть это твой знакомый? Убивай ты их кручением-то. Не могу! I scared. Реф не понравилось. Да. Мы очень долго упрашивали у Реф авторские права на басы. Но, к сожалению, Реф сказал, что я не знаю, что на это ответить, и ушла вечный инвиз от меня. Какие басы, вообще? А басы? А басы? Реф сказал, а басы? И Траншпенду это очень понравилось. Всем очень понравилось. Я такого не помню. Это было в первом, в одном из первых подкастов. Это был второй выпуск подкаста про игровую музяку. Куда ж там уж двигается? А, это... Я думал, это падучее. Их не различишь. Ты как не отличишь, они совершенно разные. Просто коробка шире открылась, чем сама платформа. Да, коробка шире, чем платформа. У падучих платформ, у них вон такие эти, свет внизу. А у других нет света. Вот не... Куда он побежал, дебил? Ладно, яблоки собираются. Яблоки крутятся, жизни мучатся. Мучатся, да. Оставьте их в покое, эти яблоки. Вот так. Ладно. Никому не ни себе, ни людям. Да что ж. Запилили. Дверь. Она ушла в инвиз от стеснения. То, что она допустила такую оплошность. Да я допустил оплошность, написав об отцы, но не произнеся это в но она могла прочитать нормально. Не так уделять. Да что ты творишь-то? Я паниковака, она шатается подо мной. Паниковака-вака? Вака-вака. 256 уровней Пэкмана по жизни после крэша будем проходить. Какого? Первого, самого аркадного, 81-го года. Стоп.
Что удивительно в этом пэк, мне каждого призрака там свой собственный алгоритм поведения. Да. Я об этом узнал не так давно. Там даже в этом. Такие интересные. Стой! Плевай на эти. На Дэнди еще была Пэкмания, там типа в изометрии Пэкман. Там тоже круто, там тоже так же призраки каждое свое поведение. Где она крутится, блин? Вот перед платформой. А как раз где яблоки крутятся. Нет, перед платформой. И недавно на телефоне тоже загружал Pac-Man 256, и там вот типа бесконечный уровень, и там тоже призраки. Аккуратно. Умные. Аккуратно. Ну это хотя бы не убивает. Ну, она делает больно иначе. Что ж ты так-то? О май гад. А тут вроде бонус уже почти один остался какой-то. Он его собрал уже. Я его съел. Ям. Прыг, скок, прыг, скок, стой. Пойду и возьму. Ну. Ты экстремал. Хорош тебе пишут. Хорош или хорош? Хорош это творите, безобразие. Горел на работе. Жареный бандикут. С яблоками. На палочке. Наверное, на вкус как ежик жареный. Ты ел ежиков жареных, нет, не ежики. Что ты за монстр такой? Ставь их в покое. У нас в детстве там всякие элитные дети, которые эти... прожженные жизнью, и хвастались тем, что ели кошку и собаку. Да, зашибись хвастовство. Ну, корейцы, видимо. Это они типа показывали, насколько они крутые в жизни. Типа, они испытали столько, сколько мне никогда не испытать. Судя по всему, они, наверное, уже померли. Я им завидовал в этом. Да не, если нормально приготовить, в принципе, любое мясо съедобно практически. Ну так. Даже ядовитая оно не горькое. Так французы же едят лягушек. Тараканов китайцы едят, улитков едят, жуков едят всяких, жуков, кузнечиков. Много какой-то обман. Еще. Как удачно. Кто это такой? Пинстрипелли. Пинстрайп. Следующий босс. А кто там следующий-то? Я, что ли? Я, наверное. Точно. Сейчас. Сейчас я вам пройду. Да. Что, я стою уже там, да? А нет, еще не токсичный не... отход. Еще не знаешь, у нас будет потом на стримах по 100, по 200 зрителей, и мы будем просто не успевать это читать все. Они сами у нас будет отдельный человек, который читал бы комментарии. Что, это враг или босс, или что это такое? Да, это уровень еще. Кинь в него ящик. Нужно перепрыгивать. Ну это Куао Сиди, как его, господи. Дон Гикон, короче. Причем оригинальный. Я крутился, крутился, перестал крутиться. Разбей ты его, наконец. Я пытаюсь. А бочки больше не качатся. А он на кнопочку нажимал. Ногой. Сейчас снова покачать. То есть обычный рабочий, а мы его... взяли он... и убили. Не... Яму. Это незаконное предприятие, так что можно убивать. Он не обычный рабочий, он гангстер. Ты видишь, у него шапочка гангстер. Не похоже. Может, у них это рабочая одежда такая. Халат. Пижама. Это пиджак. Разбудили мужика. Видишь, он ящики вместо конвейера перекладывает. Они сбоку едут, а он перекладывает их по другой линии. Обычный рабочий. Осторожно, сейчас будут. Или не будут. Я это будут. Помню, я не помню, как перепрыгивать. Просто прыгаешь и бьёшь, а? Вот зачем ты сверху на них? Можешь просто разбить их кручение? Это инерция. Кручение же уводит в сторону потом. Ну не надо крутиться тут. Если можно не крутиться, не крутись, блин. Да и крутись в сторону нужную. Слушай, нужная сторона только одна, вперед. Время заканчивается.
Прыжок. Бурбага. Музыка похожа на Черяк-Джим, там в третьем уровне. Подводный, где в трубах, где батискаф, там примерно такая же. Разве в батискафе не Бетховен был? Нет, Фламандр Бетховен. Бетховен был в кишечнике. Точно. И вообще, комментарий одобрения музыки Томми Таварико. Как ты ему в пузень. Узенил. Сейчас алмаз соберу, смотри. Шорты! Шорты! Это же шорт материал! Хорошая ткань! Very, very short. Да. Как там это говорил вот Азазель? Что-то там материал. Топ тир материал? Что-то типа того, да. Нет. Даже не помещаются в одной линии. Мигает. Мигает. Зачем он сюда, если я могу перепрыгивать? Вдруг ты устал. На кнопку нажимать. Еее, еще одна жизнь. Я уже, наверное, в плюс вышел. После-то 40 потерянных жизней, не скоро. Никто не в счет, то был экспириенс. Ух ты. Одна только. Наверное, я пропустил. А вот она. У меня же маска была. Не было. У меня же маска была. А вот не было. Че зрители пишут? Это по поводу того, что ты промахнулся та по трубе. Пишут, что не было у тебя маски. Ну, как Дерфас получает удовольствие, не то что Мегамены. Ну... Мегамен примерно то же самое. Нет, Мегамен Дерфас страдает. Только там еще стрелять надо. Тоже стрелять. Мне кажется, что Дерфас не любит огнестрельное оружие, действительно. Ну, я он любит давить всех ногой сверху по черепу. В сифон фильтр же готов играть. Жестоко и сурово. Вот как вот тут угадать? Там люди. А Мегамен, он какой-то не человечный. Точно, я же хотел убить этого Вайли. Ну, да что как вот тут угадать? Она все время в одно и то же место, что ли, приземляется? Конечно. Конечно. Ладно, запомнил. Только я не запомнил, куда. Кого ты хотел убить там? Вайли. И как оно? Ну, он же не убился. Спасся. Да, он умрет. Нет, мне поразило в седьмой части, что Мегамен такой. Я типа выше, чем робот. И все, типа, все законы этого робототехники пошли на смарку. Пиздец. Продумал. Так ведь может любой искусственный интеллект сказать. И а знаешь, что, кстати, Мегамен сказал в японском неповторимом оригинале вместо этой фразы? Три точечки. Про то, что он выше, чем роботы. Три точечки. Да. Что он сказал? Три точечки он сказал. Он задумался. То есть американцы даже лучше были. А я прыгнул. Два даблкил. Я такого никогда не видел. Я уклонился, по крайней мере. Типа сначала убили, а потом убили его труп. Там на биомусор его отправили. Это знаешь, такой, блять, труп всплыл. Фаталити какой-то прям. Ну тут зеленая жижа как из какого-то этого, с какой-то арены Mortal Kombat тоже. Я про нее и говорю. А я не помню даже откуда это. Второй Mortal Kombat, первая арена. И девятый, по-моему, так-то был. Само собой, да. Ну, у нас 13 жизней. Потому что я первый и второй знаю только по девятому. Эх ты. Да. Срочно. Я пытался играть во второй, помню, срочно как эмуляторы появились, ну, хоть какая гадость, играть невозможно. Второй я сложный, блин, ощущение. Ультиматум в третью часть немного. Я тоже с третьей начинал, потом ультиматум. Ультиматум мне понравился меньше, чем третий, помню. Там тени нет, там в третьей части объемные тени, типа, по-человечески, а в четвертой ультиматуме там просто кружочки делали, хватило, сэкономили. Не хватило мемори мегадрайва. Ну, ну не мегадрайву мемори не хватило, я думаю, просто разработчика мемори не хватило. Память, да, очень дорого стоила. Да что ж такое-то?
Я вот не запоминаю, куда они приземляются. Пиксели считай. Ты должен чувствовать. По идее же, в картридже можно напаять сколько хочешь этих блоков в памяти. Сейчас, да. Ну и тогда, наверное, тоже. Ну тогда, конечно, у тебя будет картридж $200 стоить. Да. Подожди, как так? Вот картриджи-то лучше оказывается, чем диски-то. В диски-то не напаяешь блоков в памяти. Количество этих спрайтов, которые ты можешь загрузить, нет? Ну, одновременно ты можешь показать, но ты же можешь... сделать, не знаю, там, 100 абсолютно разных по графике уровней, например. Пока ты в спрайт-лимит вмещаешься. Так, где же она приземляет? Это нет, по-моему. У них разные паттерны, когда как она приземляет. По-моему, здесь не стоит запоминать, куда она приземляется, как это надо вычислять. Я же говорю, ты должен чувствовать, как Ниндзя Гайден. Ниндзя Гайден там не надо чувствовать. Зрители, нам надо проходить не первый Ниндзя Гайден втроем. Не надо нам проходить. Я согласен проходить какого-нибудь современного Ниндзя Гайдена там. На Xbox. Канон. На Xbox, да. Без эмулятора. Это же не канон, это Devil May Cry практически. Как будто это как будто плохо. Запаниковака. Сейчас смотри, встаешь на платформу и пропускаешь ее. Да что, опять то же самое. Продабл киллер. Да. Оставь ты в покое эти ящики. Надо фармить в жизни. То есть челлендж это там, где надо жестко по времени еще пройти, там вообще хрен пройдешь. Что если они там тренировали, сколько времени прошли. Вообще нереально. С одним хп Ниндзя Гайден последние две секции. Последние уровни пройти. Рядышком. Там, где много птиц, там, где много всяких этих мужиков стоит на краю. Всех их диспаунить, всех их диспаунить. Ну, вообще, за 2 часа мучения на этом уровне я вот так придрочился к нему, ну да. Нет, ну тут именно что челлендж, там прям жестко по времени сделано, там вот. Да, он там, по-моему, такой пролетный, там, если Ниндзя Гайден, он так и сделан, там нельзя долго стоять на месте. Чем дольше стоишь на месте, тем тебе хуже, блин. Ну, почему это? Там же враги вылезают, только отодвигаешься. Ну, ты можешь сделать шажочек назад, у тебя опять вылезет все говно. Там же спавн рейд, там такой адовый. Двойной удар. Трипл комбо! Не знаю, я в детстве играл в Ниндзя Гайден, мне там первых 2 уровней мне хватало, чтобы остановиться. До последних я никогда не доходил. Эх, мне третий больше не стал ты хардкорным геймером. Потому что она наиболее разнообразная по возможности. О! Мне не нравились, мне казалось, она крутая игра. Траншпен, ты в курсе, что New Release from Machine Spirit? Под названием Live Your Life. Check it out here. Типа музыка, что ли? Ну да. Все, ты прогнал Трашпенда. Он ушел? Он сказал фига и пошел. Ушел. Ты черт! Ушел Ниндзя Гайден проходить. Пошел слушать. Ничего, я сейчас ему. Я до него доберусь. Через телеграм, но доберусь. Я тебе покажу, да? Так, пока нормально с жизнями тащит. Пишешь, что еще не ушел, но собирается. Ну что ты испугался-то? Я думал, я меня как раз задавит в этом месяце. Да, надо не останавливаться. Так так-то. Ничего, еще 8 попыток. Я надеюсь, финал-то уже близко. Ну, скорее, финал фэнзи близко. Да. У нас есть время, пока он покупает трек. Чё говорит? Говорит, что у нас есть время, пока он трек покупает. А, про это. Про машинный спирит. Чё, там прям такая крутая музыка? Беги,
Сейчас на тебя нападет дикий траншпент и заставит слушать всю дискографию Яндри, Машин Спирит и прочих. Я случайно не скинул Яндри, поскольку я не знал, к чему это приведет. Мне показалось, что у них так себе музыка. Представляешь, вот иногда заходит так, что мама не горюй. Там какое-то техно-дискотечное. Не торопись. Он так еще посмотрел на тебя с улыбкой и сдох, как говно. Он хотел спросить, что вам нужно, товарищ. Мы тут работаем, так, да? Надо научиться уклоняться от этого говна. Не так! Опять двойное убийство. Я вообще получил. Как так? Ты умудряешься. Там просто больше рожи. Чепыч, ты ептом экспириенс набираешь. Это неправильный уровень просто Чепычу дали. Он 3D, а ему... Нет, я говорю, Дефпанк, которые там эти... скафандры были, которые распались недавно. Разошлись. Вот у них мне музыка показалась так обычной, дискотечной. Или как она называется? Не Death Punk. Deathloop? Нет. Который Cyberpunk ты писал. 2077? Не игра, а музыкальный коллектив, который недавно распался из двух мужиков, которые выступали в каких-то там костюмах. А, Daft Punk, что ли? Вот, я так сказал. А. Ух ты! Ух, я тебя найду! Куда ты? О, не упал, смотри, я запомню на третий раз, наверное. Это просто... Это был только третий раз? Крылён успехом. Вроде да. Третий раз, когда мне раздавило именно... Чё, ничего. Экспо-то. У тебя экспо уже как-то выливаться началось, походу. Максимальный уровень достигнут уже. Тут на жизни богато. Через края пошла. Я уже раз 40 помер, так что нормально. Надо закрыть течь экспы. Течь. Это Dark Souls, когда ты умираешь, ты теряешь все экспы. И снова забываешь, где прыгает эта бочка. Все, он ушел. Слушать машинный спирт. Вот сейчас вот, вот где вот? Тут надо где-то встать! Ну ты встал. Подожди, разбей ящик, встань туда и подожди, пока она пролетит. А, в натуре. Да еб... Каждую сейчас, каждую ловушку проверим. Ну зато у нас есть опыт теперь, что можно встать туда. Если взорвешься. Бомбанула. Я надеюсь, третий раз она не поскачет, если там подожду. Да как? А ну так. Я уже хотел был сожалеть о том, что я упал в яму. Рано сожалел. Так, надо вот это сейчас уклониться. Уклонист. Так. Ну не так трудно. Же. Мне кажется, прямо. Ты можешь просто встать в пороге, блин. Ровно, да я уже стоял, там уже он попадает. На каждый раз по-разному прыгает. Он вернулся сообщить, что он вокальный. Ничего, ой. Типа нет музыки только. Да ладно, вокаль. Она еще это умеет лучше. Петь. Кто она? Нина Майя Кординг. Она же Яндри, она же машинный дух. У нас все сложно. Да. Клавиатура управляется лучше, чем жестик. Ну да, ну, конечно, крестовина лучше, то что. Да. Для 2D игр. Нажать и не туда. Ну, во второй части будет сложнее, потому что там больше кнопок. Куда? Подскользнулся на кислоте. Я испугался. Не боись. Очнулся бандикут. Покупай живопись. Погоди, ты с бочками-то еще не пришел. Он уже устал ждать тебя.
Ладно тебе. Мне ладно. Ага. Тебе потом еще и нарезать это. Тут яркий момент на ярком моменте и ярким моментом погоняет. Под музыку машинного спирта. Ой, ой, ой. Щепыч, нашел тайминг наконец этого момента. Мог бы не взрывать. Ладно. Беги уж теперь, беги! Я рассчитывал, что оно в яму упадет. Как оно в яму-то упадет? Я ждал, сейчас оно в яму свалится, я перепрыгну. Она взяла и дальше поехала. Экспириенс. У них же нет склонности в яму падать. Так вот, да, но я забыл. Вот здесь вот нет ямы-то, а там-то она есть. Я рассчитывал, что оно упадет. Да. Щепоч один. Тратит жизни. Сейчас будет два. Три даже. Ща пройдем. Может даже еще на одну ручку хватит. А может и не хватит. Ну если сейчас пройду. Oh my. Жизнь крутится, яркие моменты мутятся. Да ёб! Всё что ли? Нет? Last try? Last try. What speaking me, grandma, grandma. Crash. You must be... Вообще, Кузю надо как проходить на датском. У меня была это... Кузя на PlayStation 1. И там была смесь русского, английского и датского в переводе. Я не знаю, то ли сшивали пираты из всех версий, что я могли найти. Там был датский голос Кузи. Да, оригинал. Он же датчанин у нас. Типа, ты куда? Я как думаю, можно подождать. Вот так вот. Вау! Забудь, что видишь, экспириенс набрался. Да как так-то? Откуда? Это не выход, надо уклоняться было. Да. Вот блин, ну ладно, я попал. 20 минут весело посмеялись. Ну и куда нас спиндюрит? Ладно, я пошел. На сегодня мне хватит. Давай. Всем там спокойной ночи. Всякого такого. И тому подобное. Пока-пока. Что делать будем? Расходимся или еще алмазы пособираем? Да уж расходиться, надо спать ложиться, крепко высыпаться и бодрячком выходные делать выходные вещи. Выходные вещи. Ой. Ну как знаешь. Мне еще стрим пересматривать, блин. Тут столько умных вещей сказано, скорее всего, было вне эфира, так сказать. Да, ну как. Не то чтобы... Ну, в эфире, но они были сказаны не ртом, я а руками. Не то чтобы особо там чего было. Да? Ну так, много а всего. А мне кажется, ты... А? Много всего, но не то чтобы особо чего-то. Прикручивай донаты уже, пусть там робот говорит за денежку. Вот, я не умею, научите меня. Donation Alert регистрируйся и это, вводи. Куда вводить? Бота ставь на Twitch. Куда его ставить? Я не умею, не знаю, не получается. Заразный чан. Если у него не получается, то теперь у всех не получается. Да. Так. F5. Состояние 0 сохр. Сохр. Кай. Мышка, оживай. Чего? Да мышка-то, я Bluetooth мышку купил. Господи, что за свисков не было никаких. Что за извращение? Ну это, чтобы меньше у меня было всякого говна торчало из ноутбука. Так торчит мышка. Bluetooth. А? Bluetoothная мышка торчит. Ну нет, ничего не торчит. Просто отдельно висит. Нет.
Она просто, ну, где-то там существует. Без проводов и без всякой гадости. Существует мышка. Так. Казалось бы, мышка нифига не стабильная фигня. Конечно. Отваливается небось еще, да? Периодически жрет батарейки как не в себе. Я не помню, Cortex Power и Generator Room. Два уровня. Где из них мы кристалл не могли собрать? Там мы там могли, что ли? А, ну, у точно. У нас один кристалл образовался от Чепыча. Точно, Cortex Power, там где-то зеленая жижа, там где я проходил, там нельзя собрать. Там нужен был синий, по-моему. Надо записать же все. Ну, в записи посмотришь уже. А вот генератор Room, там ты не собрал нифига. Извиняйте, сложно. Итого у нас два пропущенных алмаза набирается. Получается в генератор Room и в Sunset Vista. Опять Vista. Vista. Vista нас не оставит в покое. Да, я его пройду. Легко. Легко. Sunset Vista. F5. Крестик. Всё, что я могу сказать? Надо прощаться со зрителями, я полагаю, теперь. Чего себе, зритель ушел твой. Трашпенд ушел. А кто-нибудь остался? С кем нам попрощаться надо? Два других вроде не уходили. Значит, пока наши зрители. Прощаемся. Пока зрители. До следующих недель. Блин, так непривычно. Следующих бандикутов. Следующих мучений. Веселий. И рыданий. Да. Ну как мы любим. Алекс Рашушу. От Мегамена до Крэша один шаг. Не напоминайте мне про Мегаменов. Нам еще столько пройти их надо. Нет, там столько Крэша, я бы сказал. Но потом уже столько Мегаменов. Да. В отместку. За все Крэш. Будете щепочем на пару крэш-бэш проходить, а я буду смотреть, смеяться. Кекать. Да. О, я только сейчас увидел, что Дерфос 13 ведет прямую трансляцию 7H Online. Только началось. Да, начинает стрим. Ах. Письмо это из будущего. Простримили все. Все проспойлерили, блин. Себе же. Ну все, чё, я думаю, сегодня стрим удался на славу. Даже вам да, пришел. Да, поржали, пообщались. Даже вам пришел. У нас аудитория вообще какая-то образуется какими-то окольными путями. Да. Хотя ты особо-то как-то и не тратишься на популяризацию. Я такой. Своего творчества. Это что творчество? Это так, дураковаляние. Ну, естественно, но это любое творчество дураковаляние. Ну прям, ты свое творчество это нельзя назвать дураковым валянием твоим, все эти банки с джемами. Ну, с моей точки зрения, это еще, наверное, больше дураковым валянием. Практически профессиональный этот, как его, контент. Макер. Почему макер? Контент-мейкер. Просто контент. А, не мейкер. Шумахер. Да. Ну как, сегодня расходимся по-нормальному или как обычно? По-нормальному. Пока. Пока. Пока-пока.